Всем привет, друзья! Сегодня на распаковке у нас русские клавиши для MacBook Pro 2017 года. Возможно, кому-то это будет интересно посмотреть, какого качества товар. Упаковано в картонную упаковку. Что могу сказать по качеству данного изделия? Качество на высоте. Идеально подошли крепления. Я только не менял кнопку пробел, так как сложности было ее снимать. Кнопки отличаются от оригинала. Чем они могут отличаться? Только лишь цветом. Китайские кнопки, они более синева. Оригинальные кнопки же более черные, с черным оттенком, более правильного цвета, так сказать. На видео можно будет заметить разницу. Но вживую пробел и кнопки практически ничем не отличаются. Если человек не знает, что были поменены эти кнопки, то никто не узнает об этом. Кнопки, когда рядом друг с другом лежат, они отличаются. Более темные – оригинал, более светлые – это китайские. Я поменял всю клавиатуру, кроме кнопки пробела, так как не стал заморачиваться, потому что возможно сломать крепление и все на этом. Я не стал менять. Я приловчился вот таким образом. Кнопки очень сложно снимать неподготовленному человеку. Надо подноровиться и под правильным углом это все сделать, так как можно повредить крепление. Микроразъемы, крепление очень тонкое, легко очень повредить кнопки. После замены я практически не почувствовал разницу. Вот можно заметить оригинал и китайские клавиши. На свету они очень заметны, но не сильно. Если всю клавиатуру поменять, то нормально будет. А если только буквы поменять, то да, будет контраст серого с черным. Но клавиши и исполнение лазерной гравировки очень хорошие. Я рекомендую данного продавца, потому что очень классно все сделано.